Разрешено ли спать на животе? Правоведы ислама указывают на порицаемость сна на животе. Если человек умышленно ложится спать в такой позе. Ибо посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Инна хадихи лиджатун юбгилуха Аллах». Воистину, эта поза ненавистна Аллаху. Имам Аль-Хатиб Аш-Ширбини указывает о том, что желательно разбудить того, кто уснул в такой позе. В такой позе дозволено ложиться спать тем людям, которые вынуждены по причине той или иной болезни ложиться таким образом, или же тот человек, который во сне оказался в такой позе, ибо за спящим не записывается проступок, а также грех. Валлаху а'лям.